не, не надо, не надо. А, ну то блин. Там что там смотреть, там сразу слушать будет. Привет, банда. Привет, бродяги. Всем, всем, кто не спит. Подписчикам Ивана Водянова. Ку-ку. Вон, с приездом. О, пуля. Местные поздравляют. Здорово, монстры бодибилдинга. Ты мне привет, говори, чемпионы. Где у нас завтра тренировка, а то все спрашивают, а то мы завтра не потренируемся, там народу будет стоять. А там, говорит, не говори, где тренировка. Я сам не знаю. Ты мне не говори, я не скажу. Да, я сам не Славик, знаю. Славик приведет. Славик меня привезет. О, где тренер, где тренер? Не знаю, где. А там, не говорит, не скажет. Все посмотрите по телевизору. А, понял. Ксюша, я прилетел. Все, приехали, конечно. У нас здесь штурман, который нам рассказывает. А. Где камеры, где надо притормаживать. Девушка-радар. Девушка-радар. Почему записи пропадают? Почему-то я их стирал. Не знаю почему. Зачем ты стирал? Записи в перископе же там сутки они пропадают. Да я что-то их удалял. Там всякая хрень была. По инерции сегодня удалил. Да последние, которые были. А. Возят всяких фашистов. Куда путь держим? Я прямо куда-то держу. К Угринову в гости едем. К Славику Угринову в гости. Говорят, едем. Славик там что-то вкусное приготовил. Грудку на гриле. Да, грудку сделали. Не Адам котлет наготовил, и Славик наготовил, что-то там грудки наешься. У меня тут это. Короче, Ваня голодный не останется в Краснодаре, это точно. А Величко прилетел? Куда прилетел? Куда прилетел? Он живет на соседнем районе со мной. Да, он здесь. Куда ему лететь? Он же местный. Да не местный, он двухместный, да. Он не местный, он двухместный. Он сидит сразу на трех диетах, потому что одной он не наедается. Да, 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 да. Да, это Адам. Я думаю, Краснодар тебе показывает бестолку, что ты здесь не видел, да, Вань? Я сюда на машине приезжал, но я ничего не видел. Я, знаешь, по Краснодару проехал со Славиком, тогда до него доехал и обратно тогда, вот весной. И все, я ничего тут не видел. Адам, красавчик. Как погода? Дождик у нас. Дождик. Ну, в смысле? А сегодня выходной можно ездить? Нет? У вас можно по выходным? Да у нас здесь, блин, Санта-Барбара. Привет, Адаму. Привет, привет, парни. Мальчики, я девочки, что-то не успеваю тут прочитывать что-то. Да, Сань, если бы билеты стоили не 16 500, я бы не жалел. Блин, я дотяну сюда. Я дотяну, блин, вообще до последнего. 16 000 сюда? 16 500 я отдал туда обратно. С Москвы сюда обратно 16 500. Да. Ни хрена. Да блин. Мы тут до Мурманска 16 отдали. На победу надо было 2 недели назад брать, можно было 1000 4 5. Победа, флаг, наверное, да, был вместо самолета. Не знаю, Победа, говорит, новая какая-то летает, нормально. Не знаю, я последний раз, когда Победу видел, дуршлаг такой летает. Дуршлаг. Из него люди выпадают на ходу. Ай, блин. 5 камер. Да, там уже проехали. Так, что там, еще раз, что-то там Ваня влюбилась или что-то, я не успел прочитать. В кого? Кого не слушай.
Сейчас вам там наваляют всем. Да. Вы там зря это говорите, там все записывается. Заносится в список. И все. И всем конец. Будет. Да, Ксю? Пошла морду бить. Да-да, она наблюдает и вычисляет. Всем конец. Ну а какое фото? Здесь знак стоп перед железной дорогой. Ой, а? Да, нормально. Уже проехал. Знак стоп перед железной дорогой, если что. А? Забрал. В черный список. Нет, я уже в черный список, слушай, забрал. Тебя уже сватают там, да? Да, да. Ты отбиваешься. Приехал в Краснодар, да, не успел с аэропорта улететь. Как тебе путешествие по краснодарским полям в самолете? Нормально. Да. Катает 20 минут по полям. Да, да, по полям там в самолете, это да, точно. Когда тайские каникулы выйдут, сейчас будем. Сколько лететь до Краснодара? Лететь полтора, еще 20 ехать. Да, 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 это точно. Еще 20 минут по трассе. Это точно. Будем ждать адской тренировки ног. Да. Вид из машины. Сейчас. Да, что это? Все. Вот, давайте туда таращиться. Краснодарские каникулы. Краснодарские полдня. Направо. Это туда. На кругу направо туда, в смысле? Или прямо? Или туда? Ну, мы поедем направо. А. Мы решили так поехать. Это будет удобно. Тайские каникулы надо. Я, Аркаша и Адам в Таиланд, да? На полгода. На местный фарш. И гормон. Вот там бы. Я там, кстати, в аптеке покупал. Там еще, знаешь, органон есть старый. Вот. Я взял вообще. Да, и пулю тоже надо взять, чтобы он все снимал там. Что вам интересно все, что за тачка? Какая вам разница, что за тачка-то ебая? Тачки уже трещат, вообще пофигу все. Да, конечно, ноги. Как вы себе представляете что-то другое с Угриновым, кроме ног? Я ничего не представляю больше. Здесь взять хомяка, это мне надо здесь задержаться. Тогда, чтобы лад деньги сюда перечислил. На маршрутке, да. Блин, а связь-то по Краснодару нормально ловит? Да, тарифы нормально. В
Москве бы уже разорвало, наверное. У нас в центре есть пару мест, которые я лично замечал. Во сколько и где тренировка, я не знаю. Мне не говорят, чтобы я никому не сказал, чтобы никто не помешал. Камера. Это что он тормозит, да? Сань, ты бахнул, что ли, уже после дороги? Или нет? Пивка. А, Катюха, да. Сразу жена сразу спалила. Секретная тренировка, да. На железном рейтинге будет. Они все обрежут, наверное, нафиг. Что самое интересное. Угу. Мы за их спиной снимем свое кино. Все, что они обрежут, мы потом такие. Все, что они обрежут, все. Перескопить? Ну, чуть-чуть. Включим. Слава телефоны завтра у всех подбирает и заставит. Да, Слава перископы ненавидит на самом деле. Да. Не любит он это дело. Так что не обижайтесь, если перископа не будет, значит Слава телефон отобрал. Время 2 часа, да, по-моему. Народ не спит. Поставить куда-то и уйти. Посмотрим. Ну ладно, давайте, короче, я хоть с Адамом пообщаюсь, только приехал в гости, блядь, даже не это. Все, короче. Завтра, может, включимся. Давайте. Всем доброй ночи. Так. Адам, доброй ночи всем. Анаболических снов. Завтра ждите в Инстаграме, может быть, в Перископе кусочки, хотя вы посмотрите. Все остальное самое интересное на железном рейтинге. Все, всем пока.